получается минеральная жизнь. У меня здесь есть кристалл горного хрусталя. Может ли он поведать общую информацию о том, что такое камни, что такое минералы, натуральные камни? Это параллельная жизнь, которая проходит на планете Земля по своим правилам и законам. Жизнь протекает в параллельной реальности, если хотите, измерении. Поэтому в том виде, в котором каждая из реальностей, каждая из жизней протекает, воспринимается по-разному. И когда происходит взаимодействие человека и другой минеральной жизни, восприятие друг друга идет с искажением. О чем я здесь хочу сказать? Я как человек вижу этот кристалл твердым, неодушевленным, лишенным разума и сознания. На самом деле, чем является кристалл? Жизнь, другая жизнь. И если посмотреть за позиции кристалла, как кристалл воспринимает меня, Марину, как нечто двигающееся очень быстро, мечущееся, и он меня видит, ну, условно говоря, видит, воспринимает, как вот если на, как это называется, долгую выдержку, да, поставить, и вот так смазанные движения, кажется, быстро проходит, и вот такое смазанное движение получается. Вот таким образом есть восприятие меня камнем, кристаллом меня. То есть он воспринимает меня как некий субъект отдельный, да, или нет? Нет. Восприятие идет скорее как комок вибрационных излучений, волновой, даже я так сказала, энергетическая субстанция, которая движется постоянно, кристалл, горный кристалл, я воспринимаю его как почему-то идет женское, такое почему-то идет такое, хочется сказать, феминное, трансляция, энергия очень как вода, вот это как водопада, как от воды, хрусталь, женские идет такие звуки идут, такие высокие тональности, хрустальные, вот что говорится, хрустальная идет энергия такая более холодная, но она мощная, она прозрачная, она очень ясная, вот очень хороший термин, ясная. Хочется еще сказать слово пронзительное, но оно не совсем подходит, оно какое-то такое настойчивое, эта энергия, она может быть разной, эта энергия. Она может затвердеть и стать очень плотной, прям настолько плотной, и закрыть. Она может создать иллюзию вот своими гранями, запутать. Она может стать абсолютно прозрачной и отразить тебе суть. Многогранность. И в то же время уязвимость. Потому что вот сейчас как сильный такой камень, более плотный, ударяется в определенное место, и он осыпается на мелкие такие хрусталики. Вот этот вот большой камень. Есть ли сознание у горного хрусталя в том эквиваленте, который отражается в восприятии человеком, когда он говорит сознание или высшее сознание, это будет не совсем корректно. Есть не столько индивидуальное сознание, как, например, проявлено в человеке. Это духовная структура. В минеральном царстве присутствует групповая энергия, коллективная энергия, связанная с разными источниками на Земле, связанная со стихиями разными на Земле. Все это переплетено в один единый. Идет такое слово почему-то как комплекс, энергетический разум, коллективный имеется в виду. То есть это такая большая энергия, которая переплетает в себя вот все, что связано, как мы интерпретируем, как природная жизнь. Но минералы здесь, минеральная жизнь, она как немножко особнячком. В ней есть структура, в ней есть закон, в ней есть некий элемент эволюции. И есть элемент перетекания энергии, если бы мы
почувствовали это как люди, мы бы сказали, что это как перетекание, как общение между коллективным сообществом, свое сообщество, условно говоря, от него идут ответвления разных кристаллов уже, они, мы их видим, там мы их называем по-разному, у них сочетания химические разные, но у них как вот единая есть общая структура, которая в большей части в химических элементах, она как превалирует, и есть дополнительные элементы, которые дают, допустим, разные цвета, разную плотность и так далее. И вот эта единая структура, она как бы создает такую родовую ветку. То есть энергию, которая передается в пространстве и держит связь. Я сейчас даже вижу, как решетка, такая кристаллическая решетка почему-то сюда прилетела. Вот это взаимодействие этой энергии в пространстве, несмотря на то, что камни находятся далеко от своей материнской структуры, вот через эти элементы воздуха, которые входят также и являются составляющей частью минералов, происходит вот этот обмен энергиями, что бы мы назвали как взаимодействие. А что может кристалл рассказать про взаимодействие с людьми? Есть ли вообще такой интерес? По-разному. Есть разные камни. Я вижу, что есть такие пористые структуры камни. Им очень интересно общаться с человеком. Так интересно, они энергией человека заполняют свою пористость. И эти камни, они очень вовлекаются в общение, ну, условно назовем, общение с человеком, привыкают к нему. А это вот то, что камень на себя забирает вот такие пористые структуры, энергию, это как-то на человеке отражается, да, или нет? Нет, это, как правило, незначительное, иногда даже излишек. Вот когда человек, допустим, излишне темпераментный или какой-то вот перевозбужденный, такие камни полезно держать в руках, они как снимают излишнее напряжение и балансируют. Сказала слово вот «балансируют». Вот камни зеленого цвета, но такие не прозрачные, как кристаллы, а более плотные, вот что-то типа нефрита. Вот у него качество баланса ярко выражено, и он, когда с человеком вступает во взаимодействие, он на физическом уровне именно вот энергию берет такую более плотную, именно вот ту, которую транслирует человек. Он ее балансирует. И балансирует, я сейчас теперь понимаю, за счет того, что у него есть некая такая пористая структура. Я хочу сказать, что вот эта пористая структура, она не явно выраженная вовне, потому что у них сам камень достаточно плотный. Это вот на микроуровне вот эта структурность определяется. Я еще хочу сказать, вот эта структурность, пористость, она определяется, вот если в общем говорить, что есть камни очень твердые по своей структуре, вот они более монолитные, а есть камни, которые более мягкие. Вот в этом контексте, да, вот можно и как-то вот для себя разделять. Алмаз, да, он не является пористой структурой. На примере нефрита он у нас всплыл. Вот этот баланс, то есть он забирает себе, впитывает как бы в себя излишки, и когда он полностью окутывается энергией, как бы пропитывается этой энергией человека, он начинает как вливаться в эту энергию и балансировать, чтобы ему было комфортненько. И за счет этого происходит такой баланс в поле человека. Нефрит, камень, очень любящий. Любящий. Вот от него такая идет любовь к природе, к любовь к тому пространству, в котором он проживает. Невероятное просто. От него такое идет обожание, я даже бы сказала, вот того пространства, где он есть. Он очень любит то место, где он находится. А может ли как-то, если вот взять, допустим, мы уже про нефрит начали говорить, может ли камень как-то повредить человеку? Да, может отличаться энергетика. Вот тут сразу всплывают такие, есть такие камни, они очень энергичные, очень настойчивые, очень активные. Огненные камни. Вот я гранат прям вижу перед глазами. Рубин. Красный, плотный, твердый. Такой он весь. Он пышет, он дает такую горделивость. Но в контексте взаимодействия с энергией, допустим, где человек гордыня выражена, да, где человек очень, очень такой нарциссического склада, допустим, если у него есть некие искажения, переизбыток. То есть энергия камня взаимодействует с энергией человека и идет переизбыток, перекос.
И здесь уже либо человек, у него вот это начинает это качество превалировать, вылезать. Здесь вот этот перекос в энергетическом взаимодействии, он может, если не прекратить контакт с камнем, он может перейти на уровень физики. То есть сначала это идет какой-то эмоциональный, сначала это вообще бессознательно. То есть человек начинает как-то себя вести чересчур, да, как-то не особо адекватно. Потом это переходит на уровень ментальности, ему, чувство, ему становится как-то не очень приятно. А потом, если он как бы не избавляется от украшения, да, ему становится на физике уже дискомфортно. Кстати, я там вижу, что это желудочно-кишечный тракт. Вот когда такая гордыня, вот это может... сфера страдать. Сердечко, кстати, на сердце тоже пришло. Сердце тоже может страдать. Что касается влияния камня на человека, когда это влияние активно, а когда это влияние не ощущается. В каком случае? Тактильное взаимодействие с камнем – это самый близкий контакт, и это прямое взаимодействие с камнем включается и идет обмен энергиями. Всегда... когда это либо украшение в руке, ну, либо это украшение на теле, там неважно, где кольца, браслеты, на шее, уши, неважно, либо это в руках просто держится, прямое идет взаимодействие, и вот активное очень. Если камень убирается, и с ним нет тактильного взаимодействия, это зависит от размера камня. То есть, если это, допустим, украшение, и если я его так от себя просто отложила, вот буквально на вытянутую руку, у нас уже взаимодействие прекращается. Вот если это какое-то что-то типа кристалла, в зависимости, есть такие вообще большие камни, друзы такие ставят, как украшения, прям вот большие, то уже идет поле. Соответственно, мощнее уже идет, уже расстояние может увеличиваться, то есть в зависимости от размера камня. Если вот, допустим, вот такого размера кристалл, если он от меня на каком расстоянии находится, вот он, я его ставлю на вытянутую руку, наше взаимодействие, оно еще есть. Дальше уже отхожу, уже не имеет значения. То камень, он всегда фонит, вот поле его фонит или нет? Сразу просто шла информация, нет. То есть дело в том, что камень, он может как спать. Есть такое, камень как засыпает, и у него как вот энергия, она как сворачивается, затухает и уходит внутрь. И он в таком, как в летаргический сон переходит. Как камни пробуждаются? Ну, конечно, в первую очередь камни пробуждаются взаимодействием. Камни пробуждаются водой, кстати, сразу проточной водой. Можно камень поставить, а любой камень под воду надо ставить, или это отличается? Ну, камни, так скажем, условно, вообще любой. Некоторые камни пробуждают, вот такие вот кристаллы с прозрачной основой, они очень хорошо на воду реагируют. На сильный ветер, но ветер такой, это если выставить на природный, природа не фен дуть, а на улице, да, где-то поставить, чтобы его обдувало, вот стихия, взаимодействие, стихию солнышко хорошо активирует. Солнышко активирует тоже камни есть, более такие, ну, это типа янтаря, и более такие энергетичные, связанные с энергией огня. Вот они хорошо солнцем заряжаются. Опять мне приходят красные камни, обычно с красным оттенком. Более прозрачные, желто-зеленые оттенки, голубые, аметисты, вот такого плана. Они хорошо заряжаются воздухом, водой. Кристаллы соли я вот еще вижу. Ну, соль такая кристаллическая, крупная. Ее можно тоже и полностью засыпать, чтобы он там был. И это, кстати, хорошо и очищает, и взаимодействие у них такое происходит между кристаллами. И как тоже пробуждение. Это, кстати, хорошо делать такую энергетическую чистку именно с морской солью, крупными кристаллами. Вот, например, украшение, которое носится. Вот, допустим, одел украшение, был в каком-то месте, а камень, допустим, ну вот пористый, да, вот эту энергию он в себя впитал. Желательно, когда сам приходишь, сам принимаешь душ, ну, душ, либо в идеале там ванну с морской водой, и украшения все снять с себя, если были, и положить их в соль, кристаллы соли, засыпать, и пускай они там, можно даже, ну, часов на 8, да, можно поночевать вечером, а утром уже все и достать, просто стряхнуть там, какой-то мягкой тряпочкой их протереть, и все. И им прям вот хорошо, они прям такие прям
Хорошее. Хорошо им становится. Так, Я дружеское взаимодействие. Хочется про это сказать. Как между человеком и камнем может возникнуть... Да, вообще, может возникнуть дружба, почему-то меня выводит, да или нет? Да, вот мне мой говорит, мы с тобой дружим, хотя ты это не очень осознаешь. Это прям дружба может быть. И это взаимодействие с камнями, его и взаимодействие с этой энергией, с ней нужно, как и с любой энергией природы, стихии, взаимодействовать с почтением и уважением. Но с почтением я в контексте уважения, не подобострастия, а уважение. Уважение к другой жизни, уважение к другому проявлению, благодарности и взаимное взаимодействие может быть. Камни, они не отдают энергию, не забирают энергию, но они могут, просто хочу уточнить, что это взаимовыгодный, но опять же не очень контекст, взаимодружеский обмен. Это как партнерские отношения такие очень гармоничные. То есть Гармоничное взаимодействие между камнем и человеком, это вполне возможно. И камни, они дополняют, они могут дополнять энергию человека. Это как на самом деле, как два партнера, там, допустим, мужчина и женщина, такой в гармоничном союзе, они дополняют друг друга своими качествами. Камню не всегда нужна человеческая энергия, да, они самодостаточные абсолютно, живые организмы, они живут в своей реальности, они проживают свои опыты, у них есть тоже задача эволюции, и она заключена именно вот в этом медленном, медленном. Это такое ощущение, что сознание, проходящее через этот опыт, оно как погружается в пространство материи через минеральное царство. Это возможность как бы попробовать, не торопясь, спокойно, прямо на таком, на зачаточном уровне, это пространство. Они пропускают энергию сознания для того, чтобы как вот погрузиться в это пространство, смаковать его прям вот до мельчайших частиц в разных контекстах, да. Поэтому вот эти камни, они очень разные, но они еще, да, так как я вот выше говорила, это взаимодействие разных стихий, структур, элементов, и поэтому они очень разные. И, соответственно, конечно, все эти камни, они минералы, они отличаются по энергетике в зависимости от того, где, что, как, какая вот эта родовая ветка и так далее. Но это уже будем предметно смотреть, когда у нас будет уже конкретный камень брать и смотреть. Это очень приятное взаимодействие. Главное, как и во всех взаимодействиях, это осознанный подход и взаимоуважение друг к другу. И не забывать, что это именно органическая жизнь. А если, кстати, у меня такой вопрос, что вот есть такие, это вот как бы кристаллы и так далее, да, вот камни, а есть такие вот камни, булыжники просто, которые там лежат на земле, большие валуны такие, это тоже осознанное, так сказать, ну, условно говоря, осознанное вот царство камней, да или нет? Да, но есть моменты, что есть такие, ну, образования, которые похожи на камень, но это, допустим, спрессованные какие-то частицы песка, вот кристаллизированные. Это немножко другое. Из органики, вот затвердевшие какие-то части, которые очень твердые, представляют такую окаменелость, называем. Это немножко другое. Это вот я в этом не вижу. А именно вот эта энергия, это как, ну, условно говоря, мусор, который вот затвердел с течением времени, окаменел, и вот такой, как вот пластик. У пластика есть такая энергия, да или нет? Нет, такой энергии, как у камней, нет. Если в пластик погрузиться до прям вот мельчайших частиц, конечно, там набор, все, что в нашем пространстве есть, имеет, ну, как бы элемент органического присутствия. Почему? Потому что, ну, все есть как бы энергия, она просто в разных комбинациях сложена, условно говоря, и получен вот плотный результат, материал. В пластике есть осознанность, да или нет? Нет, тут речь именно об органической вот как бы
органическая жизнь. Вот прям энергия, она, ну, условно говоря, он тоже живой. Вот как бы это странно ни звучало. А пластик, он, в нем есть присутствие энергии, но в нем нет сознания. Хотя почему-то у меня сейчас матричные структуры идут, компьютеры и так далее, искусственный интеллект, и это, но это другая история, другая тема. Мы ее будем потом как-нибудь смотреть. Yeah. Так вот, булыжники. Большие валуны, такие, которые вот, ну, во многих городах, прям такие место силы называют, да, какой-то валун, там много-много ему, несколько сотен лет, вот всякие легенды про такие валуны ходят и так далее. Да, это прям, вот прям энергия, прям его читать прям можно. Это прям вот как мудрые старцы идет такое, абсолютно, да. А вот эти маленькие, вот, которые камни на море собирают на пляже, опять зависит от того, что это. Если это как коралловые крошки, из них, и из песка, да, из крупного песка спрессованные какие-то частицы органики из моря, они тоже как бы собой могут камушки напоминать, но это совсем другая история. То есть там, как, опять же, как остатки органики. Я не чувствую там какого-то сильной энергии, нет. А есть вот такие камни, именно камни, структура камня у него есть, но они такие плотные, серые, непрозрачные. Это прям вот как от земли. И они часто вот такие галыши называются, да, гладенькие такие, их в море кидают. Они как спящие вот такие, вот больше спящие. Вот эти быстрее говорят, а вот такие они как больше как память набирают, все воспринимают, впитывают в себя, но не вижу какой-то отдачи, вот прям, чтобы так прям с ними. Да, это скорее как вот набор воспоминаний, ассоциативные всякие вот вещи всплывают. Но, то есть это уже идет индивидуально. Под таким серым камнем просто мне пришло, что есть такой камень, он вроде неказистый, а в нем он может быть частью какой-то структуры. То есть это уже вот такая индивидуальная история, камушки надо, их вот все надо смотреть. Да. То есть камень, с которым потенциально может быть дружба, он всегда будет восприниматься комфортно человеком. То есть здесь можно даже не париться на ту тему, что какой мне камень подходит там по гороскопу, по времени рождения и так далее, по месяцу рождения. Вообще не важно, потому что если отдавать себе отчет в своих ощущениях, просто когда идет взаимодействие с камнем, нужно прислушиваться к своим ощущениям, что рождается внутри. Если вдруг раз агрессия, или раз такое какое-то такое, что-то вот какое-то такое пошло, ну, значит, да, дает вот камень себе это. Или наоборот, камень чувствует, что вы с ним диссонируете, и он как бы пугает, чтобы ты его не трогал. Если ты идешь, он тебя прям тянется, ну, как правило, камень, когда он твой, ты как вот на него прям вот сразу смотришь. Вот первый, который ты увидел, вот, а потом вот будешь ходить, скажешь, вот, и все равно к нему придешь. И вот все равно как вот рука вытащит из кучки вот тот камень, с которым может возникнуть дружба. Поэтому здесь можно не париться, а просто прислушиваться к своим ощущениям. Всегда вот при взаимодействии энергии, но я бы посоветовала все-таки взять в руки. Важно, вот и смотришь цвет, но важно брать тактильно камень в руки и подержать, и приятно, хочется, может быть, даже ты его положил, ушел, а потом опять к нему возвращаешься. Ну, тогда вот имеет смысл продолжить взаимодействие.